Здорово всем. Я зайчик сегодня. Да, я сегодня зайчик. Суп протух мой, полная кастрюля. Поняли? Буду доедать вот это. Я так старалась, варила. Я сварила и лук, зелень бросила, дура. Крышка закрыла и плитку выключила. На ночь оставила на плите. Все протухло, конечно. Нафиг я туда лук кидала, блин. Я так утро ждала с этим супом. Утро-то у меня не удалось. А я рыбку ем. Вот это. И печень доедаю с гречкой. Я же вчера на ночь печку топила. Жарко было. А вчера вечером пошла за дровами в поленнице. Дрова складываю в сетку. Слышу бж-бах. Оглядываюсь, у меня снег с крыши упал. Нафиг он оттуда упал, если у меня жары не было. Упал снег. Ладно, хоть не так много. А бывает, вот такой лежит. И это когда все, лист упадет, трындец убирать. Дня 2-3 таскаешь. Если одна... Ну как, не целыми же днями таскаешь. Это бывает вообще пипец. Уже вовремя. Кто его будет скидывать? По чуть-чуть, если по чуть-чуть скидывать. Была бы у меня крыша прямая, я бы, конечно, залезла, да сама скидывала. С этих-то я скидываю. Сараек. Залазил. И скидываешь. А с этой-то как? Никак. Зараза. Я так хотела суп похлебать. У меня еще и... А нет, нет этого мяска. Есть в морозилке. У меня есть мяско в морозилке. Фасоль осталась. И грибы есть. Я сейчас сварю еще один раз. Такой же суп. И все. И вечером я его поем. Это я. Я достала кружку Наташину. Подарок. Хочу из нее чай попить. Буду пить и убирать, чтоб не разбили. Я иногда только буду из нее пить. Экономить буду.
Сейчас, блин, не дождусь со школы. Схожу сюда до этого. До автошколы. Не могу я записаться, не получается у меня. Помогут мне записаться на сдачу теории. На какое число там? Вчера просидела, тоже проверяла эту функцию, ищу. Найти не могу. В госуслугах-то. Там, говорит, функция. Написано. По правам, что на сдачу. Ничего не нашла. Пойду прогуляюсь, схожу. Подскажу, как это заполнить. Идти надо сдавать по-быстренькому. Они говорят, заполнишь куда. Потом через в течение недели они только ответ присылают, на какое число тебя записывают. Время там с утра, видать. Потому что я в ГИ ездила, там с утра сдавали. Народ собирался к 9. Дети, я первый раз сдавала, с первого раза, в автошколе, когда потом, ну, автошколу сдаешь, экзамен, потом ГИ, потом уже вождение. Сейчас не знаю, как. Так-то я экзамен сдала сразу, с первого раза, в автошколе. Там мы на анкетах писали. Ну, вопросы. Отвечали. А сейчас уже на компьютерах. Го, здесь. Вчера как так сделал, мне чуть-чуть треснуло капельку. Я уже мажу. Щипает, когда кушаю. С этой стороны, что ли, снег упал? Сейчас с этой вроде грохнулось. Бубух. Сейчас салатик еще буду резать. С яйцами, с грибами. С курицей. Всем приятного аппетита. Мои уши объелись и упали. Зараза. Сейчас чаёк еще буду пить.
От хреновины. Щиплет. Чуть-чуть. Приятно аппетита все. Кто поел? Или кушай. На чай вкусный. Смородиной. Угу. Вкусненько. Чаек. Сильно не буду кипятить. Греть. Ой, как он пахнет. Прямо как будто стоишь у ягодов, у дерева смородинового. Запах. Еще после дождичка, когда, да, свежо и пахнет смородиной. Вас пахнет, когда вы к дереву подходите от смородины? Она вас воняет? У меня воняет. У меня колтеплится все в смородине. Дождик, когда еще особенно пройдет, выйдешь в огород, прям смородиной пахнет. Обалденно. И еще ассорти. Ассорти есть. Там лесные ягоды, всякая хрень. Тоже вкусный. Ну вот смородина, чисто одна смородина. Ничего не перебивает, прям вообще шикарно. Васька там бегает, что ли? Вот. Счастья, здоровья и любви. Я пошла салатик стругать.